А таким этот танк вы еще не видели. Ну нахер. Отец. Армата может не только ехать вперед и назад с одинаковой скоростью, но и разворачиваться на 360 градусов, оставаясь при этом на одном месте. Секрет таких танцев – движение гусениц. Одна идет вперед, а другая – назад. Александр, зачем такое движение нужно? Это нужно для того, чтобы в ограниченном пространстве танк мог быстро развернуться и сделать какой-то маневр. Но абсолютным рекордсменом с точки зрения секретности увиденного и секретности того, что мы показали, стал фильм про танк «Армата».